Ну что, народ, доброе утро. Мы проснулись. Привет. Да. Спали 4,5 часа. Короче, целых 4,5 часа. Потом я подумал, блин, думаю, надо вставать. Срочно причем, потому что, ничего себе, целых 4,5 часа спать-то, ёлки-палки, да. Сейчас мы сделаем, вернее, сейчас мы будем кушать блинчики. И чай со смелой водой. И чай со смелой водой, да, который нас даст нам храбрости. Да, сил, бодрости. Бодрости, да. Пришел Гена Йети. Да, Наталья Каменецкая. Принес красный рыб. Блинчиков. Да. Варенье. О, не ежевика, это морожка. Морожка. Варенье из морожки и красной рыбки. Да. Вот так, господа. Да. Вот так вот. Все ради вас. Вот так и мучаемся. Да. Ладно, я, наверное, не буду вам показывать эти неприятные кадры. Ой, господи, надо с это. С рыбой. Герасим Васильевич, расскажите про свои ощущения. Герасим Васильевич, пожалуйста, дай ощущения. Ощущения, расскажи нам, как ты себя чувствуешь после употребления блина с морожкой. А вот чай... Ребят, это что-то. Что-то с чем-то. А реально. Чай? Блинчики с морожкой. А чай капитанский. Да. У нас вообще все хорошо. Вот. Мы, может, даже на рыбалку не пойдем. Три дня пропьянствуем здесь и все. Не пойдем на рыбалку. Кормит просто новый. Потому что вы извините, если что. Если опять про рыбалку материала не будет, значит, нам просто понравилось. Блины. Просто понравилось здесь жить в избе. Желудок просто радуется. Вивальди нам исполняет. Да ладно. Ладно, потом это. Вот только не надо Вивальди здесь исполнять за столом. Это вот именно этот аппарат. Мы остановились на реке Гагуса. Это традиция, да. Здесь всем надо останавливаться, выпивать по 50 грамм, наливать воду реки водяному озеро Муромское. И лешему. Да, и лешему. Ну, чтобы с вами все было в порядке. Вот, ну, в общем, налили у нас такие вот гламурные титановые стопки. Вот, чтобы мы чувствовали только вес алкоголя. Кстати, вот. Закуска у нас такая незатейливая, ессентуки номер 17. Хорошая вода. Вот, да, хорошая вода. Ну, в конце концов, мы не жрать сюда пришли, мы рыбу ловить будем. Вот как у нас загружен шерп. Я думаю, конечно, мы медленно идем, до 40 километров, но медленно, зато со своим домом. Вот такая вот щучка, да. Ну как рыбалка у вас, ребят, сегодня? О, вот так вот. Удалась, да? Удалась, нормально. Молодцы, а мы только едем, вот только собираемся. У нас опять привал, опять огненная вода. Ну вот, ребят, мне опять тут дали рюмку. Традиция. Традиция, да. Опять Russian традиция. Да. Это чтобы микробы не бегали. Да, кстати, чтобы традицию мы проехали. Как? Мы там надо, останавливались. Ну как вы? Вы что? Да, мы приехали в избу, которая стоит на косе между озером Муромским и Онегой. Вот такая изба.
Вот наша тут техника кучкуется. Посмотрим, здесь два этажа. Вот это опять у нас Гена, это Ирина, да. Супруга Гены. Вот, давайте я здесь пока засниму. Здесь вот еще рядышком есть изба. В принципе, народу много можно разместить. Места дикие, глухие. Слушай, а вот второй этаж, ага. Там еще куча коек. Здесь вот такая спальня. Три кровати. Четыре даже, то есть можно много народу. Печка здесь есть. Много народу положить. Само помещение. Вот этот Мишка в труселях. Красный. Да, в красных труселях. Красный. О. Мишка довольный. Его сегодня с утра красной рыбы накормили. Лососятиной дикой. Морожкой. Все это завернули в блины. Мы так покушали вкусно. Давай. Гена красавчик. Просто ему медаль. Ну ладно. Вот, такого, большая, огромная. Такого мы нигде никогда не ели. Да. Вот. Вроде рыба, рыба. Вроде как не рыба. Рыба совсем другая. Да, совершенно. Да. Вот такая изба. Чистенько, аккуратненько все. Да. Телевайзер. Телевайзер. GVC. Телевизор. Гена готовит курицу по-карельски. Да. Она продукция компании Мяснов. Да. Кстати, очень качественная. Дай бог им здоровья. Вот сейчас мы будем кушать. Да. Мы хотели попить чайку быстренько с пирожком, но он нас это торжественно обломал. Не-не-не. Сказал, я вам готовлю еду, вы ее едите, иначе отсюда не выйдете. Вот. Ладно, будем есть и терпеть. Есть. Да. Только пивом запивать и все. Гена, как настоящий мужчина, сдал курицу супруге, которая с ней это самое возится. Значит, у одного моего МТСа. Ребята, у МТСа здесь связи нет. Есть связь у Билайна, у Мегафона. А МТСа нет, так что я бессвязный. Вот нашли такой скрадок на гуся. У нас тут осталось буквально 20 метров под берег уже. Вал перекрыл. О, хорошо. Ох, ничего себе. Ну вот и Онега. Онега, здравствуй. Ребята, вот и Онега, вы видите. А, мы добрались. Будем ловить рыбу. Онеги. Ну вот, ребят, мы приехали на Онегу. Вот так вот она выглядит. Онега-батюшка. Онега-батюшка, да. Бывает очень. Я не знаю, можно зум делать вообще бескрайне. Берегов просто нету. Да, вон где-то горизонт сливается, там видно. И все. Вот такая красота открылась нашему взору. Камера это не передает все равно. Эту границу неба и воды, замерзшего льда. Когда выходишь из завала, из-за бугра, что-то нереальное такое открывается перед глазами. И у людей первый раз это увидевших, не знаю, какой-то хомячковый восторг получается. Вот. Ну что ж, мы продолжаем ехать, продолжаем снимать видео для вас. Оставайтесь на канале. Вот, ребят, онежские рыбаки. Ну, на самом деле здесь зарплаты там 8-9 тысяч. Народ как, ну, зарабатывает как может. Нельзя их винить, ловят рыбу, да. Что сделаешь? Кушать всем надо, жить надо всем. Так мужики рыбачат. Потому как времени на другую рыбалку нету. Сейчас будем ловить рыбу на налива. Посмотрим, что у нас первый день. Реально мы спали
Всего 4 часа, но настолько хочется поймать что-нибудь, что аж зубы сводит, честное слово. Вот, мы готовы посидеть сегодня часов до 10 вечера, а потом просто повырубаться и завтра встать часам в 2 дня. А, мы попробовали сами заточить моровские ножи. А, как бы, посмотрим, что у нас из этого получилось. А, на прошлой рыбалке, на рыбинке, мы запороли все ножи в ракушечник. Все были в зазубринах, короче, уже практически не сверлили. Прекрасно, прекрасно. А, я думаю, в одном из следующих выпусков мы расскажем, как заточить ножи мора в домашних условиях своими руками. Ну что ж, ребят, будем ставить подставушку на Налима от Мишки. Подставушки от Мишки. Вот у нас рыба. Налимчик, но мелкий. Сопротивляться не хочет. А такой писелявка. Ну вот еще один налимчик. Ну тоже небольшой, чувствую. Что так? О, крупный. Тоже скоро закроем, посмотри. Так, налим, налимыч. Сейчас мы ему сипуху сделаем. Да, сделаем. Закончился наш первый день пребывания на Онеге. Будем называть его тренировочным. Мы, честное слово, уставшие, спавшие 4 часа всего. Ну и что-то нам с клювом не особо повезло. У нас сегодня всего 2 маленьких налима. Вот таких. Грамм 800. Налимята, можно сказать. Вот, взяли на поставушки уже с вывернутыми кишками. Доставали, поэтому не отпустили, ничего не сделали. Вот. Я надеюсь, завтра нам больше повезет. Завтра мы планируем выспаться сначала, а потом пойти половить живца. Да, у нас живца нету совершенно. И сегодня мы стукали без подсадки, без всего. Вот, что, ну, неправильно. Как бы завтра планируем наловить живца и поставить жерлиц на щуку и поставить поставушки. У нас всего сегодня. Мы вернулись в избу. А вот, как я уже и говорил, рыбалка сегодня была тренировочная. А вот. Но у нас есть тут лещ. Вот Гена его сейчас жарит. Знаете, как мы его вкусно будем кушать? Говорят, что-то будет волшебное. Нет, здесь совершенно другая. Лещ, лещ будет бомба. Мясо на ребушках. Ребят, я не знаю, как передать вам. Вот. Все, что мы не пробуем здесь, это какое-то новое открытие, новый, какой-то взрыв в голове вкусов, эмоций. Вот. Так что я, конечно, вам не смогу объяснить, какой это будет вкус, но вы можете посмотреть на мое довольное лицо. Может быть, оно передаст вам что-то, да. Как я буду его есть. Так что вот так вот. Карелия – это действительно страна чудес. Здесь все какое-то другое. Вроде все родное, а все какое-то другое. Ну, вот нам досталась рыбка. Вот. Под красное вино сухое. Вот. Ген, рассказывай, что ты с ней делал, с этой рыбой? Почистил, пожарил в муке и все. Почистил, пожарил в муке. Почему она такая вкусная тогда? Ну, вода, вода другая здесь. Онежская. Да, онежская вода, ее можно спокойно пить. То есть без всякого. Вот. И то есть поэтому рыба становится тоже вкусной. Сладкий, вкус у нее. Но она другая. Она даже лещ, она. Вот так, ребят. Морской, да. Карелия. Карелия, это вам не кухры-мухры. Хотя вот озера вот. Карелии, вот их много, но самая вкусная рыба, я считаю, это все равно Онега. Вот, в Онега вода чище, чем вот в этой бутылке. Чище, чище. Вот честно говорю. Можно спокойно пить, да. В него дождевого червяка кидаешь, он растворяется. Да ладно? Да. И дымится еще. Все заразы растворяются. Вот, но правда очень вкусно.
Если это просто лещ такой вкусный, то что говорить о остальной рыбе? Вот. Надо что-то ловить. Надо срочно что-то ловить. Я хочу еще попробовать какую-нибудь рыбу. Прямо вот свежую на сковородку. Рыбы будет много и разных. Вот.